Друзья, привет, мы с вами продолжаем играть в Void Bastards. Я тут так подумал, Void это типа пустота, ну там космос, имеется в виду все дела. А Bastards это типа подонки, сволочи, то есть интересно это про нас. Давайте с вами продолжим, потому что мне хочется, чтобы хотя бы вот история этого персонажа как-то закончилась. Или, я не знаю, продолжить эту историю персонажа. Как помните, у нас с вами всего 100 здоровья осталось. Это, напоминаю, рогалик, то есть если мы с вами умрем, то будет новый персонаж, без проблем. Мы с вами сможем лететь дальше, но не хотелось бы его терять. Так, поэтому нам с вами нужно, секундочку, детали. Это мы с вами сделали, хорошо, звездная карта. Нам нужно, наверное, все-таки отдохнуть чутка. Стив обнаружил судно с командой из правонарушителей. Мир словно растягивается и сжимается, когда сквозь вас проходит генопут. Все кажется иным, вы изменились и вовсе не как после 6 банок Ион Бро. Неужто подобное случилось и со всеми свихнувшимися гражданами? Потерянный курильщик, получено Соня. Чего? Подожди. Потерянный курильщик, получено Соня. Я потерял персонажа только что? Самое интересное, что у нас с вами есть еды на 3 прыжка. То есть смотрите, раз прыжок, два прыжок, а здесь мы с вами подлечимся. Либо вот так вот, раз, два, ядерная мина, лучше через мины, я думаю, не лететь. Все-таки лучше, наверное, слетать сейчас сюда. Окей. А здесь что такое? А, пайки! А я могу сюда? Подожди. Ускорение сюда, а топливо у меня на 4 прыжка. И там дальше, надеюсь, давай сюда ускоримся, хорошо. Просканируйте сектор, тут может быть барахло, которое нам пригодится. Есть, капитан. Это пираты. Пираты снизу летают. Главное на них сейчас не натыкаться. Нам нужно лететь дальше. То есть, залетаем с вами к пайкам. Не будем вылезать, потому что иначе умрем. Вы наталкиваетесь на термоустойчивые аварийные баки. Часть из них еще съедобна. Удивительно, но это ваша любимая еда. Бутерброды с сыром и луком. Еда 7. 7 еды получили. Можно чутко отдохнуть. И, в принципе, ну тут без разницы, что так лететь. Ну давайте вот так вот сначала наверх слетаем. Да, давайте сюда. Ускорение. Мы подлечились, но не очень сильно. А, 304 ОЗ получено. Окей, мы полностью подлечились. И здесь шумофрегат Паглориус Рампарт. А здесь опять перевозка питомцев. Но питомцы нам не нужны. Здесь будет только малолетка и турист. Давайте сюда. Ускорение. Здесь должно быть топливо, потому что если здесь не будет топлива, нам хана. Давайте, войдем. Ладно, нормально, живем. У нас с вами есть дробовик, дродел. Что возьмем? Давай шокер возьмем, пускай будет он. А нужно, чтобы все было заполнено, я понял, хорошо. Здесь жужжалка, здесь мостик, генератор. Там будет у нас с вами топливо, цель топлива. Да понятно, потому что без топлива мы с вами вообще никуда не улетим. Но игра вот чисто вот стилистически, я уже, кажется, это говорил, выполнена просто офигенно. Мне действительно нравится. Кстати, можно туриста сагрить, подожди. Зараза. Можно туриста сагрить так, чтобы он взорвал того. Ты иди нафиг. Ладно, уже нельзя, я понял. Батарейки. Спокуха. Что это за фигня? А, я всех сагрил, понятно. Ну, туриста агрим. Он взрывает этого. Отлично. Там можно кого-то выдать будет. Секундочку, а если он меня выдавит? Надеюсь, не выдавит. Не ходим туда. Черт, да на! Окей, обоих. Там еще турист есть, нет? Нету. Ребята, пошли вон! Перезаряжай. На предыдущем корабле мы с вами подобрали патроны, точнее скрепки для этого дробовика. Дородело, да сколько вас там? Что такое творится? Как я не попадаю? Разброс огромный. Вот еще скрепки, замечательно. Так, здесь мы с вами все собрали. Ну ладно, живем. Самое главное, что здоровье мы с вами подлечили. Здесь по любасику найдем, я думаю, топливо. Что это такое? Батарейка? Да, батарейка. Здесь, опять же, вход сюда. Ну ладно, нет. Я не буду там стоять, вдруг мне кто-нибудь выдует. Куда нам с вами нужно идти? Здесь мостик. Да предлагаю на мостик сначала сходить. В принципе, все в порядке. Я думаю, это будет самым безопасным местом. Хотя, кто ж его знает? Турелька. Да ну тебя. Не, туда я не пойду. Кстати, я хотел протестировать на турельке шокер. Он сработает или нет? Ну-ка. 5 урона. Да, сработал. Не, она не работает. Можно и на них, видимо, ну то есть на обычных сейчас тоже использовать. 23 заряда. Так. Данные загружены. Здесь дофига добычи. 3 топлива, нормально. Живем. Вроде все окей. Хотелось бы попасть еще на какой-нибудь геномный корабль, чтобы улучшить себя, чтобы перестать кашлять.
и не привлекать внимание этих гадов. Там за спиной кто-то. Здесь вроде все хорошо, здесь никого нету. Ну-ка. Живодеры, батарейки, батарейки. Такое ощущение, что он прям за мной идет. Или это мои шаги, наверное. Ладно, плевать. Внутри никого. Тихо. Там турист на это, наплевать на него. Зря я сюда пошел. Я застрял. Ну-ка. Все хорошо. Живем. Давай отсюда тоже все забираем. Еще живодеры. Я не помню, для чего они нужны. Не обратил я внимания, честно говоря. Тихо. Зараза мелкая. С тебя что-нибудь есть? Я помню, что в прошлом выпуске скрепки выпали из одного такого малыша. У него ничего не было. Здесь охрана, здесь еще вкусняхи. Пойдемте в комнату охраны. Там все-таки никого особо жесткого быть не должно. Тихо. Нормально. Живем. Че? Дроны? Чего? Не, подожди, какие-то торпеды, чего? Охрана отключена. Все нормально. Здесь вроде ничего нет вообще. Ладно, хорошо, подожди. Здесь. Давай, собираем все, быстренько все здесь подчищаем и валим с этого корабля дурацкого. Кислород. Что там у нас с тобой? А, нормально. Мне показалось, что там прям космос уже. А то на самом деле действительно уже очень близко выход в космос. Просто окошечко. Но сюда мы с тобой выйти не можем. Давай, окся. Нормально. Все хорошо. Здесь чего? Здесь ничего нету, ладно. Тихо! Зараза. Все в порядке. Я думаю, что... Да, вот там с вами обратно пойдем. Давай еще топливо здесь. Топливо здесь. Вроде ничего не пропускаю. Ну, ладно, здесь добыча в генераторной есть, но типа плевать. Можно не заходить. Хотя вообще... Вдруг что-то годное, типа скрепок, да? Придется все-таки сходить забрать. Здесь ничего. Где оно? Вот здесь вот. Давай забирай. Живодеры, ладно, ерунда. Все, валим отсюда. Спокойно. Здесь вроде никого. Соответственно, по прямой направо. Еще батареечки. Ну, это так, ерунда. Может быть, пригодится, может быть, нет. Просто... Тихо. Я тупанул. Можно было направо повернуть. Зря получил урон. Все, валим с вами. Привет. Еще будут? Надеюсь, что нет. Все. До свидания, ребята. Блин, я случайно нашел на самом деле. Летим на наш корабль. Все, у нас с вами появляется топливо. Одна единица еды, это, естественно, очень мало. Давайте забираем все, много батареек. Прям батареек бешеное количество. Переработаем. Получаем электричество, электричество и немножко биоматериалов. Ну что там, можем хоть что-то скрафтить? Разломщик забирает цель из этого мира и переносит ее куда нужно. Что? А куда нужно, это куда? Ну-ка, а детальки какие-нибудь? Да нет, ладно, хорошо. Давай обратно на звездную карту. Со здоровьем теперь все более-менее нормально. А это что такое? Грузовик Крейл Юнион Твистер. Уплотнитель. А это лайнер. Ну, это люксовый лайнер. Заслуженный приз? Я хочу заслуженный приз, потому что после него там ядерная мина. Давайте сначала на лайнер. А, нет, секундочку. Запас живодеров? Давай сюда. Точно. Забрали. Не знаю, зачем они нужны. Теперь сюда. Здесь с тобой возьмем топливо. Да. Отдыхать будем? Да нет, не будем. Общий допуск. Допуск не стоит стимулов, понятно. Здесь несколько уборщиков и все. Еда, все материалы, понятно. Ладно, забираем с тобой, как всегда, вот это все дело. В принципе, можно шокером их посшибать. Почему бы нет? Погнали. Мне кажется, совсем не обязательно с ними со всеми сражаться. Можно сразу забрать топливо. И вообще все очень аккуратно провернуть. Я, как всегда, наверное, какие-то самые скучные места буду вырезать, где я просто шарюсь и собираю вообще непонятные ресурсы. Шлак какой-нибудь. То, что не заслуживает внимания. Но основные, как всегда, буду оставлять. Секунду. Здесь пару вкуснях. Это что такое? Кислород.
Сейчас внимательно. Да, на. Этого убрали. Здесь. Я понял. Какого? Какого черта? Отдыхай. Давай мухой пробежимся. Я не знаю, насколько долго действует. Тихо. На, еще раз. А, вот, вижу. Хорошо. Давай налево. Здесь вроде все. Закройся. Немножко патроны сэкономили. Не хотелось бы сейчас, чтобы сюда еще один прилетел. Прилетит ведь, да? Здесь мусор. А помимо мусора еще какие-то вещи. Энергию здесь нужно включать, интересно или нет? Скорее всего, нужно. Потому что я, наверное, в мусор не смогу попасть. Нет, смогу. Забираем. А больше ничего и нету. Одна перфокарта. Кстати, подожди. Перфокарта. Мы стимулы получаем за... Что? За перфокарту. 5 стимулов. Это хорошо. Потому что они тратятся на открытие всяких дверей, там, подтайнушек и прочего. Генераторная? Да. Ну-ка. Питание включено. То есть здесь ничего не нужно включать. Здесь еще вкусняхи. Мы с тобой 3 топлива собрали. Желательно сходить в столовку, чтобы собрать еду. А вот там еда. То есть столовки на самом деле на этих кораблях вообще шикарные. Еда, перфокарта. Еда. Еда. Еще еда, перфокарта. Все. Валим отсюда на наш корабль. Еды мы с вами запасли. В принципе, с топливом тоже все хорошо. Нам здесь больше ничего не нужно. Ничего пока что нового сделать не могу. Да, я могу сделать еще жесткие ошейники. Правда, нет, не могу, у нас их так 2. Я не знаю, зачем они нужны, честно говоря. Погнали дальше. Ну что, заслуженный приз? А давай возьмем, почему бы нет? Ускорение. Вы замечаете официальный конверт CNT. Внутри открытка. Поздравляем второго финалиста ежемесячного соревнования на самый чистый шкафчик. В конверте лежит немного стимулов. 38, спасибо. Спасибо, это прикольно. Грузовик Крейл, кактус ангел, уплотнитель. Я не понимаю, что это такое. Это инжектор, уплотнитель. Скорая, то есть здесь лекарство будет? Может быть, здесь все-таки будет оружейка? Давайте сюда слетаем. Сборщик топлива, уплотнитель, подожди. Большой дыродел, шипомет. Медпульт восстанавливает здоровье. А, ладно, хорошо, полетели сначала сюда. Мы где-нибудь такой желтый встретим, а он прям по пути еще один есть. Давайте войдем. Возьмем, наверное, все как всегда. Шокер возьмем. Здесь малолеток куча. Это прикольно. Куча малолеток, это прикольно. Что они делают на таком корабле? Здесь мостик, операционная, воздух, жилой. Здесь очень много топлива должно быть, по идее. И проблемы с электроэнергией. То есть... Иди в задницу. Нам нужно сначала генераторный, да? А может быть, вы мне подкинете скрепок? Не подкинете? Нормально все будет. Скрепки. Пошел вон. Живодер. Я понял, что такое живодер. Держи. Цепанет меня, нет? Отлично. Сразу минус 2. У нас с вами огромное количество живодеров. Скрепочки. Тап-тап-тап. Мы слышали шаги. Тихо, спокойно. Пошли вон, сволочи. Вроде мы с ними справились. Интересно, а на меня вот это действует? Ладно, забрать. Эй, паренек. Опять шаги, шаги, шаги. Но они конечные же, да? Или нет? Эй-эй. Еще минус 2. Ладно, вырубаем электричество. Договорились. Все двери автоматически закрылись, я так понимаю. Что это такое? Шок заряды, спасибо. Здесь вроде ни черта нету. Шаги. Это здесь воздух у нас. Малолетка вдали. Кислород. Держи. Все хорошо. Стимулы? Ребят, вы заманали, реально? Черт. Ай. Черт.
Фу. Спасибо за пальцы. Сейчас бешеное количество биоматериалов с вами соберем. Держи. Здесь вроде никого. Что у нас там с вами такое? Операционное? Интересно, а я могу какую-нибудь операцию получить? Полезную? Я здесь вообще ничего не вижу. Lucky Beats. Что это такое? Счастливые кусочки. Skin stretching for toddlers. Растягивание кожи. Ринопластика. Я не знаю, что это такое вообще. Зачем это и о чем? Сюда что? Просто коридор. Холлох. Холлох. У меня такое ощущение, что эту игру русские делали. Но судя по... ну нет, это скорее всего просто локализация. Судя по качеству перевода, конечно. Явно нет. Привет. Держи. Нормально. Я вижу. Там действительно можно провести операцию. Только чтобы туда попасть, там дезинфекцию нужно пройти. Что это такое? Черт, держи. Ну взорвись, чертовой матери. Есть, отлично. Мне скрепки нужны. У меня скрепок нету нифига, я не хочу их тратить. Шокеры есть. Ну ладно. Да господи. Патроны. Эй, паренек, я тут, иди сюда. До свидания. Я помню, что у этих ребят были скрепки. Но этих конкретно почему-то нету. Ну что, уберем с вами кашель? Или что это такое? А, доступно лечение. Спасибо. Ладно, договорились, спасибо. Биоматериал. Жесть. Держи, на. Хохотун. Здесь у нас с вами мостик. Какой странный мостик. Явно медкорабль. Даже около мостика здесь лежит. Зараза. Зараза, зараза, зараза. Шокер. Хорошо. Я думаю, что этого будет достаточно. Ну-ка, а вот это его взорвет? Или только оно реагирует на шаги? Реагирует на шаги, понятно. Все, до свидания. Хорошо, давай возьмем данные. Дофига топлива, как я и говорил. Здесь деталь не взял, и здесь еще дофига всего. Странно, пропустил. Ладно, побежали. Побежали потихонечку обратно. Живодеры есть, все есть. Но чего? А где? А, здесь, хорошо, там просто нужно было взломать, я понял. Все нормально. Давай. Забираем. Инжектор собрано. Паренек? Паренька не видно. Давай по кругу сейчас обойдем все это дело. Слушай, ну нормально, мы вытащили персонажа, он здоров. У него в принципе есть живодеры в большом количестве. Можно здесь спокойно сейчас по таким станциям перемещаться, то есть ничего не боясь. А здесь все. Здесь тупик. Хорошо, я понял, значит нужно возвращаться по своим следам. Здесь тоже без турелек все хорошо. Спокойно забираем топливо и валим с этого корабля. Мы на самом деле с вами потихонечку подбираемся к цели, потому что я думаю, что осталось там, может быть, 2-3 прыжка. И мы с вами как раз будем на месте. Давай, вылезай. Фу, он до сих пор жив. Причем собрал бешеное количество вещей. Мы с вами сейчас увеличим мощность нашего пистолета, если не ошибаюсь, обычного пистолета. Давайте переработаем. Нам там глаз нашли, пальцы, руки. Обалдеть. Так, верстак. Что я могу улучшить? Искатель пуль. Либо... А, нет, я могу искатель пуль сделать, действительно, давай. Это полезно. И шипомет. Тихо стреляет ядовитыми шипами, не тревожит врагов. И прям даже не знаешь, что взять, да? Действительно, это круто. Искатель шипов. Бадабах. Здесь что-нибудь есть? Инжектор. Большой дыродел. Ну давай... А, нет, это просто деталь. Стимулятор. Легкодей щелкните и создайте. Ну давай создадим. Верстак. Живодер. Стимулятор. Нужна трубка. А, я все понял. А вот, вот теперь я все понял. Окей, договорились, ладно. Локатор. Указывает сюда содержащие детали для выбранного предмета. Ну, например... Ладно, я не понимаю, а как мне предмет выбрать? Если я выберу какой-нибудь из этих предметов, он не выбирается. Звездная карта. Здесь у нас с тобой удостоверение там. Ладно, хорошо, то есть раз, два... Это непонятно, что такое, лестница какая-то. В червоточину лучше не лезть, потому что я боюсь, что мы там с вами огребем. Что вот это? То есть я вот сюда сейчас за этого не плечу.
пустая точка, то есть просто пролететь. Ну что, мы на самом деле можем не останавливаться на Люкс Прада, не останавливаться на питомцах, потому что у нас с вами много топлива, много еды. Остановиться вот здесь, на этом грузовике. Или сразу сюда. Полетели сразу за ним. Я боюсь, что у нас с вами есть отличный шанс здесь потерять очень много здоровья, либо патронов, малолетка, вертухая. Тем более топливо, заряды пекаря, все материалы. А здесь топливо, сборщик топлива. Блин, хотелось бы там остановиться, ну да ладно, нет. Мы полетим сразу сюда, потому что мне просто интересно, что здесь будет. Здесь тоже все будет. Толпа, пуль, шок заряды, нет топлива. Маленький. У нас с вами 4 топлива, 4 еды. Все хорошо. Карта гражданина и несколько туристов. Секундочку. Если там много пуль, мы с тобой возьмем это. Шипомет. И шокер. Пошли. Склеп, склеп. Отдых, охрана. Плашкоут, склеп. Это прям склеп. Понятно, почему здесь есть карта. Потому что, скорее всего, с какого-то трупака осталось. Ну что, пошли потихонечку. На самом деле... А про это ничего не говорилось. На самом деле, я думаю, что... Спокуха. Нас с вами здесь не придется даже стрелять. 20 пуль, замечательно. Еще что-нибудь. Нет? Ладно. Пробежим. Она выстрелила в меня? Она все-таки попала? Обалдеть. Итак. Continental Breakfast. А, это завтрак, это расписание. Турелька. Черт! Успел. Жесть. Привет, турист. Она меня задела? Вроде задела, зараза. Пули. Пули. Дофига пуль. Там было сказано, что здесь дофига пуль. Здесь действительно дофига пуль. Турелька. Промазал. Есть. Давай. Он действительно сильнее стал. Раньше по 10 бил. Стал бить по 13. Охрана включена. Охранный бот. Шпик. Понял. Это беда. Шок заряды. Дофига пуль. Прям море пуль, действительно. Вроде больше ничего. Да, больше ничего. Вот там что-то есть. Охранный бот. Где он? Зараза. Я хочу тебя раздолбать. Может быть, с ним что-нибудь выпадет. Давай! Отойдем. Все. И нормально здесь пошерстить. Лента. Все хорошо. Еще один. Черт. Зараза. Вот этого я не ожидал. Секунду. Ладно, идем в охрану. Отключим охрану. Нужно отключить охрану к чертовой матери. Подожди. Они меня потеряли? Черт. Отличная работа, клиент. Я понял. Отключай. Все, хорошо, есть время. Жесть, ладно, выходим отсюда. Бегом. Туристы, привет. Обоих разнесло. Ничего не осталось. Здесь? Здесь ничего нет. Ну-ка. Что-нибудь вкусненькое, быстро. Охрана сейчас врубится. Здесь. Шок заряды. Я могу что-то пропускать. Самое смешное, что я на монтаже тоже прекрасно вижу, что я это пропустил. А вот во время выпуска на чем-то... Это всегда так. Это у многих как раз ютуберов такое. Во время выпуска на чем-то концентрируешься, где-то в центре экрана, естественно, не замечаешь. Привет. А потом при монтаже, когда смотришь таким общим взглядом, видишь абсолютно все то, что видно зрителю. Так что такое бывает. Все в порядке. Забираем еще патроны, 134. Вот это хорошо, мы заглянули сюда. Кстати, мы, если не ошибаюсь, получили карточку. Да? Мы же получили карточку? Вроде да. Ну-ка, там что-то. Секундочку, здесь что-то лежит. Здесь нужно это что-то забрать. Вот здесь вот. Еще пули. Все, нам отсюда нужно выбираться, да? Но получается, что все собрали абсолютно. Огромное количество патронов.
Я не обратил внимания, взяли ли мы карточку, но сейчас это станет понятно. Возвращаемся. Да, все есть. Теперь у вас есть все детали для подделки новой карты гражданина. Знаете, давайте избегать слова подделка в наших разговорах. Хорошо, в наших будущих разговорах. Йоан Брю, удостоверение, форма. Хорошо, договорились. Плюс велоложки, ленты, монеты. Переработать все. Карта гражданина. Новая карта гражданина нужна для запуска ССП. Щелкните и создайте. Хорошо. Выполните задачу и вернуться в кон... Давай. Протоколы закрепления кадров требуют, чтобы я сообщил следующее. Ого. Давайте вернемся на ковчег и запустим сверхскоростной привод. Чтобы отметить ваше компетентное поведение, WCG рады предложить вам сокращение срока заключения на 16 дней. С какого срока? Эта замета сократит срок за подделку карты гражданина. За подделку. Что? О, похоже, вы пытались использовать незарегистрированную карту гражданина. Вы забыли зарегистрировать ее в отделе кадров? Что? Ты мне об этом не сказал. Прошу прощения, вы хотите воспользоваться кадровым компьютером? Вам потребуется компьютер, который не был украден. Не переживайте, уверен, вы найдете детали для его изготовления. Понятно. Прошу сдерживать возбуждение, пока я выдаю дополнительный набор поддержки клиента. Правила транзита, топливо, еда, стимул, живодер, котябот, пуля, скрепки, шипы, шок, заряды. Принимаем с вами все. Но спасибо, блин. Итак, ваша задача. Найдите тактический компьютер, схему проводов и шарик от мышки. Но, пожалуйста, уделяйте внимание как работе, так и жизни. Прошу сдерживать возбуждение. Жесть. Мы что-то можем скрафтить? Искатель шипов. Ну, давай сделаем. Я не понимаю, как он работает, честно говоря, но... Ладно, в жилых отсеках можно найти пули. Наладчик турелей. Доступ к перепрошивке турелей. Это классная штука на самом деле, и можно было бы сделать. Это что такое? Деталь микро... Микробомет? Микробомет? Прикольно, только я не могу сделать, мне не хватает. А здесь пластиков, здесь много всего не хватает. Форма может пригодиться позднее. Договорились. Надеюсь, что пригодится. Ну что ж, чтобы упростить вам задачу, ковчег углубился в туманность. Спасибо. Сильнее ли излучение туманности в этом слое? Да. Нарушает ли это технику безопасности? Возможно. Спасибо тебе за подсказочку. Так, вот тут нужно сейчас подумать. Патентный катер. Здесь может быть какие-то хорошие разработки. Здесь хилки. Катер аудита. Шумофрегат. Жужжалка. То есть я предлагаю на самом деле отправиться так, так... Потом так, и здесь подлечимся. Но это будем делать с вами в следующем выпуске. На этом пока что этот выпуск завершим. Он у нас выжил. Мы можем даже нажать отдохнуть, чтобы еще немножко подлечить. Он... Пират следует за вами на суда. Не нужно было этого делать. Запомним на будущее. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.